Показатель высокого напряжения УВНУ-2М. Показатель высокого напряжения 6-10 кВт типа УВНУ-2М предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения в комплекте с трубкой фазировки ТФ для фазировки кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока с частотами 50 и 60 Гц. Эксплуатируется при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не выше 80%. Порог срабатывания данного указателя не превышает 1500 вольт. Указатель работает без заземления, а при работе на деревянных опорах допускается заземление рабочей части. Перед применением необходимо убедиться в исправности указателя при помощи устройства проверки, которое находится в рукояти, УП. Щупом проверяем указатели через отверстие, расположенное на боковой стороне рукояти, вот здесь. Следует нажать до упора на контактную рессору устройства проверки. И здесь мы увидим прерывистое свечение газоразрядной лампы. Следовательно, указатель исправен. Указатели испытываются на пробой напряжением 14 кВт в течение 1 минуты. А срабатывание, порог срабатывания в целом составляет 450-500 вольт. Для того, чтобы пользоваться указателем, следует обязательно соблюдать требования техники безопасности, работать на диэлектрическом коврике, в диэлектрических ботах и применять вот такие диэлектрические перчатки, которые также следует проверять перед тем, как работать с этим указателем. Чтобы проверить работоспособность, следует положить рукоять на ровную твердую поверхность, установить щуп в гнездо и сделать несколько легких нажатий. Мы наблюдаем свечение лампы. Если мы видим, что лампа светится кратковременно, значит указатель исправен. Чтобы приступить к работе с указателем, следует соединить обе части вместе путем навинчивания одной на другую. Одеть диэлектрические перчатки и прикоснуться к той части оборудования, на котором мы хотим понять, если присутствует ли там высокое напряжение, либо оно отсутствует.